врач, которая работала с нами и общалась со мной вот так близко в отделении. Она находит другие мамы, она принимает их, осматривает их детей. Да, она делает это в маске, но вы же понимаете, что маска от прямого заражения не поможет. Более того, говорит девушка, она не единственная, кто заразился в Даре. Болеют сами сотрудники и ходят при этом на работу. После огласки в СМИ Виктории приходит множество сообщений от сотрудников роддома. Одна из девочек, например, переболела, она болела и ходила на работу, потом в середине болезни узнала, что она больна, оповестила об этом свое учреждение, ей было сказано лечиться дома и ни в коем случае не передавать, никуда эту информацию, иначе человек будет просто уволен. По распоряжению Роспотребнадзора проведены все противоэпидемиологические мероприятия. Причин для закрытия медорганизации нет. Организации закрываются только по предписанию Роспотребнадзора. Как нам сообщил в письменной форме Крайздрав, заболевших COVID-19 в Даре не обнаружено. Мы, в свою очередь, просим Роспотребнадзор прокомментировать, почему официально подтвержденный случай заражения не послужил основанием для введения карантина в медучреждение, в котором появляются на свет младенцы, иммунитет которых еще не окреп. Валентина Аскерова, «День с толком».